надо диктовать мне, как жить. Нет ничего сильнее моей веры и любви к моим родным и близким друзьям. В этом мире мы всего лишь временно, поэтому слишком мало времени, чтобы обращать внимание на то, сколько у кого денег, у кого какое богатство. На все воля Всевышнего. Поэтому не надо диктовать мне, как жить. Мы зарабатываем деньги, чтобы выжить, а кто-то просто, чтобы показать, что у него их больше, чем у кого-либо. Но скажите мне, что для вас является богатством? Лично для меня это мы. Это мы с вами, люди. Сила в нашей правде, которую мы привыкли скрывать, потому что боимся чужого мнения. Но не боимся наказания за это от того, кто нас создал. Мы любим быть безответственными как за себя, за свои поступки, так и за других. Что и кого мы любим по-настоящему? Сколько из вас делают то, что любит по-настоящему, что не принесет вреда ни себе, ни окружающим? Кого любишь ты? Свою жену или же продажную шкуру, с которой проведешь какое-то время, позабыв про нее, которая ждет со слезами в постели, за которую ты осмелился быть ответственным? Что ты любишь больше всего? Эту жидкость, придуманная человеком, чтобы ты забылся, или же улыбку своих детей, или же родной матери? О чем расскажешь ты своим потомкам? О том, что ты получил первое место в интернетном альбоме под названием «Красавчики»? О том, что гордился тем, что мог посадить отца на место, будучи подростком? О том, что мог отнять жизнь у человека одной пулей? Я уже забыл, когда в последний раз что-то решалось на кулаках. Если ты научился нажимать на курок, то это не значит, что ты стал полноценным мужчиной. Дети в Афганистане с 12 лет ходят с калашником, но это не значит, что они перестали быть детьми. Если и мог кто-то по-настоящему рассказать о своем прошлом, так это те, кто на сегодняшний день лежит в постели с медалями на груди. Но хорошо, что деда, блять, мы вспоминаем только в День Победы. Не надо диктовать мне, как жить, будучи сам не зная, как это делать. Если в моей жопе играет еще детство, но только потому, что я был лишен его прелести. Но я не жалуюсь, я говорю только спасибо, потому что если бы не так, то неизвестно, кем бы я стал. Именно таких родителей, именно таких братьев и сестру, именно такую жену я выбираю, какие они есть. Не надо диктовать мне, как жить, ибо я люблю эту жизнь такой, какая она есть.